Здравствуйте, дорогие дети старше 16 лет. Программа «Ресторатор» и Левицкий Дмитрий. Сегодня вторник. Продолжаем наши ресторанные посиделки. И как мы уже заявили в анонсе, сегодня в гостях у меня Дима Борисов. Вот на экране у меня написано совладелец проектов «Джон Дон», «Жан-Жак» и других культовых проектов. Здравствуй, Дмитрий. Доброе утро. Да, спасибо, что ты пришел. Я уже сказал, что ты болеешь, и, в общем, 3 недели мы тебя сюда созывали, и ты где-то все время ездил, и вот только что вернулся откуда-то больной, но, тем не менее, пришел к нам сегодня. За что тебе честь и хвала. Слушай, ну ты ощущаешь себя владельцем культовых проектов? Нет. Особенно этим утром. Ранним. К вечеру, да? К вечеру, иногда ощущаешь. Ближе к концу недели. Слушай, да, но многим москвичам действительно известны твои проекты, хотя, как оказывается, не все, и даже я вот не все проекты ассоциировал с тобой, поэтому вот ты... Чуть-чуть тогда расскажи, в общем, что сегодня такое, кто сегодня такой Дима Борисов и каким проектом ты в Москве имеешь сегодня отношение и как выяснилось больше 20? Ну, больше 20, наверное, заведений, потому что Жан-Жак и Джон Дон — это несколько линеек, да? Жан-Жаков, по-моему, 9 сейчас и 3 Джон Дона. А так или иначе, я участвую в проектах клуба «Март» на Петровке, в музее современного искусства. «Маяк» в театре Маяковского на Никитском. «Квартиры 44». Такие 2 ресторанчика семейных, которые делают мои сестры Маша и Аня. «Мерката» — это такое недорогое демократичное итальянское место в парке Горького. «Мороз и солнце» — это зимнее симпатичное место. А что это такое? Я вообще про них это, не слышал. Это так, на катке, это павильон на катке с такой зимней катковской кухней. Это где? Кухней. В парке Горького, и да, сейчас мы строим в Сокольниках еще. Вот. «Гоголь-клуб» — рок-н-ролльный, музыкальный, веселый, студенческий, хулиганский клуб с концертами. Ну и, наверное, самое нам, наше такое интересное, дорогой проект — это детские центры «Шардам» в Центральном доме художника и в Нескучном саду. Два таких центра. Они самые сложно сочиненные и вообще самые интересные такие. Кто-то еще упустил, наверное. «Бантемпи», конечно, бар «Бантемпи». Ну и что-то еще. А проект «Аги», он тоже с тобой связан? Ну, мы когда-то его вместе открывали. Да, он закрыт сейчас, больше нет проекта «Аги». Он около года назад приказал долго жить. Да, а что-то и вот на это, на Покровке что-то такое там нет? И... Это не проект «Аги», это «Пироги» как-то там, ну, они продолжается. Уже... Да. Нет, но а... вот сам тот самый проект «Аги», который мы открывали, он закрылся недавно. Я понял. Так, Дим, хорошо. Ну, у нас даже такая сложившаяся традиция. Перво-наперво мы спрашиваем гостей, ты кто такой? Потому что у нас как бы кого тут только не бывало, да? Все вроде рестораторы, ну, ты физики, и литераторы, не знаю, там, да, и филологи, и кого только не было. Вот в прошлые выходные, да, в прошлый вторник были владельцы... Ну, выходные вообще. Да, владельцы клуба «Джипси», которые там, да, оказались там один из них вообще без образования, и он как бы не закончил даже школу, начал уже свой путь в бизнесе. Вот кто такой Дима Борисов? Как складывалась твоя ресторанная судьба? Как ты дошел до жизни такой вообще? Как ты стал ресторатором, в принципе, и других культовых проектов? Но я хотел бы оговориться, я вообще не люблю, не называюсь ресторатором, да, у нас, собственно говоря, ресторанный проект, это «Бантемпи», итальянский авторский шефский ресторан и бар «Бантемпи» на Никитском, да, все остальные места — это не рестораны, это проблема как раз русского бизнес-языка и вообще языка современного, что очень много вещей, скорее, мы девелоперы, да, в такой городской среде, да. А не рестораторы. А началось все давным-давно, в 98-м году, в кризис. У нас был какой-то небольшой совсем, что-то вроде бизнеса, если можно назвать. Мы занимались гастролями, концертами, продюсированием разного, на наш взгляд, самой качественной музыки на тот момент русской. Как группа «Аукцион», «Вопли Видоплясова», «Маршедер Кунст»,
«Ленинград», первый диск, который только там появились. Угу. Ну и так далее. Ну и в 98 году, когда все рухнуло чертям собачьим, в общем, мы сидели, выпивали в каком-то дворике с моими приятелями. Вообще мы такие из гуманитарной среды. Угу. И поняли, что нам некуда ходить. Те места, которые редкие тогда были, они дорогие, у нас денег не было. Все мы потеряли. Надо найти и сделать, собственно говоря, место, где нам встречаться. И в жилом фонде, в квартире на первом этаже, через пару месяцев после этого разговора, открыли что-то. Какое-то заведение. Там была галерея, там был книжный магазин, там был бар. И что-то, какие-то бутерброды и какую-то страшную еду мы... То есть это было прям совсем вот на коленке. А чья квартира-то была вообще? Квартира была родителей известного журналиста Мити Ольшанского. А как вообще все это получилось, я до сих пор не понимаю. Потому что это жилой квартира, то есть мы не без лицензии, без единого документа. Такой настоящий сквот. При этом это был не сквот, а была очень серьезная культурная программа. Ага. Там первая выставка была Владимира Яковлева из частных коллекций, между прочим, просто музейного уровня. Ага. Там был каждый день какие-то поэтические, музыкальные вечера. Вот где-то в интернете недавно мне показали, болтается первая пресс-конференция группы «Ленинград» там проходила. Серьезно? С Леней Федором еще. Вот, и мы там продержались полгода. Слушай, ну то есть вы ее прям оборудовали, то есть там прям бар был и... Ну какой бар? Ну а что такое бар? Была стойка и полки с алкоголем. Стойку там поставили какую-то. Да, но никаких драфтов и ледогенераторов мы даже не было, конечно. Слушай-ка, ну это проект имел какое-то название? Как-то... Да, и так как мы не знали, как это назвать, а у моего друга-партнера Димы Ицковича было издательство, которое называлось «Объединенное гуманитарное издательство», АГИ. Uh-huh. Когда нас спросили первые журналисты, а что это такое, мы сказали, а это проект АГИ. Ну и подумали, если это проект АГИ, давай называть вещи своими именами. Uh-huh. И так пошло-поехало, и потом через полгода, конечно, нас прикрыли. Очень симпатичный был глава управы, который пришел и сказал, что у нас есть неделя до ментов, потому что это там, в общем, это статья. Ну, понятное дело. Он так удивился, чем мы делаем. Потому что он увидел, что там, в общем, культурный какой-то, да, проект. Денег никаких мы там не зарабатывали, нас, конечно же. Но мы чему-то научились. Это прям вот жилой подъезд, да, то есть соседи. Нет, мы одно окно гири расхерачили. Ой, извините. Да-да-да, сейчас нас выгонят с тобой. Извините, да. Гири, значит, разбили и сделали дверь. Ага. Отдельно. Ну, хоть ее согласовали или тоже не согласовали? Да какой, нет. Слушай, ну 98-й год это все-таки уже не такие шальные времена. Кризис был. Был все не до нам. Не до нас там, в общем. Ну и мы были, нам было по 20 лет. По 22 года. Ага. Так, хорошо. Тогда все равно непонятно, как вот оттуда, да, за 10 там лет с небольшим из той однокомнатной квартиры, в которой вы ничего не зарабатывали, Дима Борисов превратился вот в то, что он есть сейчас. Что было дальше? Нас выгнали через полгода. Мы хотели продолжать. У нас каждый вечер собирались в этой квартире толпы народу. Просто. Ага. По 200. Не влезал никто. Про нас все писали. К нам ходила куча журналистов, иностранцев. Так получилось. Uh-huh. И мы нашли, когда поняли, что это невозможно, не может так существовать, мы нашли подвал на Потапском переулке, там 400 метров, нашли деньги по друзьям и открыли уже там, в 99-м году, открыли вот этот большой подвал уже со всеми лицензиями, с кухней, с поварами и научились. А через год поняли, что вообще мы можем этим заниматься. И придумали. Слушай, пироги, вот... например. Ага. Слушай-ка, ну то есть реально люди дали вам денег вот так, нате, сделайте, и вы... Ну, у меня был старший друг и партнером постарше Дима Ицкович, ага. И у него был некий круг не только гуманитарных каких-то друзей, но и бизнес-друзей. Ага. Да, и мы, да, как-то нашли нескольких друзей, ну там какие-то маленький совсем бюджет был. Угу. Вот, но все понимали, что толпы народу будут, потому что мы это показали в квартире. Дальше нужно было только научиться. Слушай, работать. Ты знаешь, вот мы с тобой за завтраком, да, сегодня говорили, что, наверное, не очень здорово там про финансы прям говорить в открытую, ну и не будем. Но всегда такой вопрос, и всегда, особенно нас слушают люди, которые только думают, начинать свой бизнес, не начинать. Вот как ты думаешь, сегодня вообще реален такой старт? Вот могут люди сегодня там талантливые молодые взять и с нуля взять вот и вот так вот
гирей то, что ты сказал, сделать с окном на первом этаже. Ну, или не знаю, найти где-то денег. Вот это реальная история, или это все уже осталось там в 90-х годах, и сегодня эта тема уже, в принципе, неподъемная. Ну, ты же правильно сказал, мы это сделали не в 91-м, а в 98-м, когда, в общем, все вроде уже было более-менее якобы цивилизованный город. Я думаю, что реально, потому что на самом деле в Европе такие стартапы до сих пор проходят, а там уже миллион лет все существует. Там я в Берлин приезжаю, вот новый какой-то бар открылся. Ну да, также где-то Hall in the Wall. Ну да. Обжили какое-то заброшенное здание. Конечно. Очень большая проблема с помещениями, самая основная. А в принципе, ну и сейчас вообще молодежь, сколько я понимаю, они стартапы в интернете делают, да? Тогда у нас про интернет только начинался. В том, что как раз мои друзья были первыми в интернете, в русском. Я думаю, что возможно, главное, чтобы драйв был у ребят. Ну и какая-то должна быть идея, действительно запал. Мы хотели очень сделать это. Окей, прервемся на паузу, а после этого продолжим про твой исторический путь. Да, Левицкий Дмитрий и Дмитрий Борисов сегодня у меня в гостях, совладелец проектов «Джон Дон», «Жан-Жак» и других культовых проектов, которые Дима перечислил уже сегодня утром. Ну, программа «Рестораторы», Дима себя ресторатором не считает, и, наверное, действительно сложно назвать его проекты ресторанными проектами, они как... А что это за проекты? Это проекты. Это места, которые пытаются чуть-чуть поменять городскую среду. Слушай, ну а вот в чем был успех вот этой квартиры, которая оказалась пятикомнатной? Я подумал, что однокомнатная, дорогие друзья, но узнал в перерыве, что она была пятикомнатная прямо на Патриарших, да, с отдельным входом. Почему там толпа народа набивалась? Что вы там такого делали? Очень хороший... Там 22 года тебе было. Там был очень хороший книжный магазин. Отборная была литература. Там проходили хорошие выставки. Там были лучшие музыканты, с нашей точки зрения, и лучшие там поэты и писатели. И оказалось... А как ты их насобирал? Ты вообще из этой среды сам был изначально? Да, ну, во-первых, я из гуманитарной среды. Во-вторых, мы все учились до этого в РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет. Начал, да? И мы интересовались современной там, современной культуры, то, что происходит. Так. Ничего не было тогда подобного в Москве? Где еще собирались? Мне кажется, что в тот момент музыкальное было подобное. Это был летчик, по-моему, открылся. Китайский, да, Леша Попернова. По-моему, все квартиры были. Вот из такого, да. То есть какие-то рестораны были, еще что-то были. Но вот литература центричная до этого, по-моему, никто не делал. А, я понял. Хорошо, мы записали один комментарий. Это руководитель направления консалтинга в Хурма Менеджмент Групп, да, мой партнер, который занимается консультированием ресторанов. Попросили его вот свое мнение сформулировать, в чем там секрет успеха Димы Борисова. Гош Карпенко, давайте его послушаем. К сожалению, лично не знаком Дмитрий Борисов, но при этом достаточно известный человек, потому что попав там в проект АГИ достаточно давно, было очень интересно, кто же его все-таки сделал. На тот момент заведений, да, сейчас такое слово скажу, атмосферных, да, тогда еще не было. Действительно, люди, когда открыли там первые вот такие, да, и получалось так, что они сделали его прям для определенной категории людей. После этого все, что он делал, он продолжал делать именно так, вот, и вот для меня это такой там знак качества, с одной стороны, потому что те же самые Жан-Жаки, да, которые открываются, это абсолютно атмосферные заведения. Даже несмотря там на еду, там на все, на интерьер, я говорю именно про атмосферу, вот, которая витает в воздухе, на людях, которые туда ходят. Потому что когда Митя Борисов открывает свое заведение, он открывает его прям для определенной категории людей, прям ясно. Первый раз, как только ты попадаешь в заведение, ты сразу же попадаешь, понимаешь, для кого это заведение было сделано. По мне, это очень круто. Такие заведения всегда будут находить своих людей, потому что оно абсолютно явно и четко понятно, кто туда должен ходить. Да, и люди, для кого они не рассчитаны, да, он даже в одном из своих интервью, я помню, рассказывал о том, что я делаю для специальных людей, и вот все остальные люди мне там даже не нужны. И вот эти специальные его люди, да, там творческие интеллигенции, с одной стороны, да, какие-то там люди, открытые миру, они, мне кажется, всегда там будут. Ага, ну вот Гош Карпенко. Что скажешь, согласен ты, не согласен? Ну нет, я не говорил, наверное, для специальных. Наоборот, во-первых, мы открываем заведение, любое из наших заведений практически. Это то, что нам самим не хватает в городе. Вот не хватало нам французского бистро, абсолютно. А вот как тебе может не хватать французского бистро? Мне не хватает французского бистро. Я ухожу из дома и хочу французское бистро. Это нормальный формат. Нет, это нормально, я просто хочу понять, ты жил за границей или ты как бы...
Ну как простому советскому парню? Я был за границей. Или может, вдруг не хватает? Я всю жизнь читал книги и смотрел фильмы, где герои выходят из дома. И обязательно рядом. Идут, и сразу заходят в доме же, в кафе. И нам этого не хватало. Нам не хватало места с книжным магазином и с литературной программой. Качественно, понимаете? Слушай, ну а ты вот это все придумываешь, вот реально. Вот креатив твой. Ведь, вот я соглашусь с Гошей, заведения твои достаточно самобытны, да? То да есть нет, они... дело в том, что, это не я придумываю, это, это такой понятно. Пузырь, который они в воздухе висит. Они ведь очень, действительно, ты вот попадаешь к тебе и понимаешь, что ты открываешь, вот, да, там, не знаю, это английский паб, да, или это будет французское кафе, но они настолько аутентичны, вот, действительно, своим аналогом импортным, настолько же они вот, не, ну, как бы, вот, чужеродно отчасти смотрятся в нашей ресторанной Москве. Они любому городу к лицу, да, но они... Это комплимент. Нет, ну, это правда, что там говорить, да? То есть твои заведения, они очень понятные, простые, и то, о чем Георгий отчасти говорит, да, что понятно, для чего они. То есть там нету пицца, суши, кальяна, дискотека, да, и наше новое там азиатское меню, а понятно, что это вот это вот оно, да? Наверное, имелось в виду, во всяком случае, мы делаем этот мы делаем то, что нам более-менее не хватает. Мы уверены, что таких, как мы, людей, в общем, в самом широком смысле, очень много. Это просто люди, которые сидят, не мешают другим сидеть. Такие некоторые нормальные люди, которые хотят жить в Европе. Ага. И им но тоже этого не хватает. Им этот... Нет, они хотят, чтобы Москва была Европой. И им тоже этого не хватает. Так же, как не хватает маленьких баров небольших, да, если говорить про ресторан, всего остального тоже не хватает. Очень много чего. Поэтому мы берем там и более-менее делаем, и это работает. А имелось в виду не специально, видимо, публика, а то, что к нам не ходят. Ну, как бы у нас так про атмосферное согласие, но у нас неприятным людям нечего делать. Ну, раньше, чтобы побить приятного, ну, то есть, а за это все-таки есть охрана. А так там просто не понтово очень, да? Ну вот а что позволяет вот тебе действительно вот, вот как сделать такое аутентичное заведение? Не заниматься стилизацией. А... Декорации. Не стилизация, а просто открывать французское бистро. Потому что мы открывали с француженкой. И сейчас до сих пор работаем. У нас француженка, совладелец и автор дизайна и так далее. Да? Ее, собственно говоря, Жан-Жак, она, у нее фамилия зовут Мирель Руссо. Она праправнучка Жан-Жака Руссо. Вот откуда делала. И она делала французское место, как оно есть, без адаптации для Москвы. Потихонечку само адаптировалось. Когда мы открывали английский паб лондонский с английским футболом, я советовался с теми, кто любит английское пиво и английский футбол. Собственно говоря, я говорю, какая у вас мечта, чтобы была в Москве линейка этой? Пив английских, да, вот от которых умираешь с утра, там, если больше трех. Они говорят, такая-то. Ну вот мы почти это выполнили. Я говорю, а как с футболом? Так-то. Ну вот поэтому это очень похоже на действительно. Слушай, ну то есть ты вот в эти проекты входишь не из экономических соображений, а больше из позыва души. Или все-таки есть там бизнес-план, есть там концепт, есть презентация инвесторам, да, есть обещание возврата инвестиций за определенный срок. Когда-то не было обещания инвестиций, не может быть, потому что тогда это кредит, а не инвестиции. Возможность вернуть за определенный срок. Запомнить слова, а то я со своими все возможно, это инвестиция, а обещание вернуть — это кредит. Значит, да, мы, конечно, пытаемся какие-то бизнес-планы делать с той или иной степенью там проработанности. Значит, в бизнес-плане ресторана есть, раз у нас финам, есть одна важная очень строчка, которую можно как угодно профессионально и красиво упаковать бизнес-план или презентацию даже на 20 файлах или там новых программах. Есть одна строчка. Это не количество посадочных мест, а количество гостей в день. И вот ответственный за проект, собственно говоря, человек, который вот эту цифру поставит. 100 человек, там, 1000 человек или там... Поэтому мы делаем бизнес-план, чтобы при проходимости такой-то, ну, как и все, да, там, средним чеком таким-то, будет такой-то результат. Это посчитать можно. Дальше, к сожалению, почему ресторанный бизнес там, на каком-то, по-моему, третьем месте по опасности в мире считается, да, по рискам. Дальше, вот, будет ли это количество людей или нет, ну, собственно говоря, вы знаете, графа, да. Графа непредвиденная, но как вот бы... это вот непонятно. Вот почему-то в одном месте вот медом намазано, а другое вот чуть хуже идет. И даже там вот там мы не можем, например, это там мы пытаемся это анализировать, но не можем. Открываем мы из азарта,
а только, к сожалению, экономические показатели могут показать, ты выиграл или нет. Потому что мы же открываем для людей, поэтому если плохие экономические показатели, значит, либо то, что нам нужно, другим не нужно. Слушай, ну вот ты, например, да, открыл там Джон Дон, да, открыл Жан-Жак, но тем не менее сейчас у тебя там 3 Джон Дона и 7, да, если не ошибаюсь, там Жан-Жаков. В Москве и 3 в Питере, что-то такое. Да. Ага, ну ты так каждый раз говоришь, неужели ты не знаешь, сколько у тебя заведений, неужели ты их там даже не знаешь по количеству? Или нет, ну, нет, Жан-Жаков 6 в Москве, 3 в Питере, и сейчас один строится в Столешниковом переулке. Я к тому, что, ну, видимо, экономика Жан-Жаков для тебя все-таки приятнее, чем Джон Донов, да? То есть эта сеть растет быстрее. И наверняка при наличии новой, возможно, локации ты же думаешь, что открывать. Жан-Жак, там, Джон Дон или что-то другое. Нет, не совсем. Мне Жан-Жак просто симпатичнее для меня. Ага. Потому что я не такой уж фанат английского футбола. И вообще не пью английские эли иногда, то летом там. Ага. То есть я реже бываю в Джон Доне, чем в Жан-Жаке, раз. Во-вторых, обязательная составляющая Джон Дона — это вот это английское пиво, которое мы тягаем из Англии. Это просто, оно не очень дешевое, поэтому это не такой уж массовый продукт. Uh-huh. В-третьих, помещения под Джон Дон и локейшн под Джон Дон попадаются реже, чем под Жан-Жак. А в чем разница? Вот на Никитском стоят 2 одинаковых практически. Что? Ну, вот Джон Дон и Жан-Жак. Нет, локейшн. Ага. Вот просто приходит помещение. Нам кажется, что здесь, это про Джон Дон или это про Жан-Жак. Ага. И мы говорим, кажется, про Жан-Жак. Так просто получилось, что Жан-Жак вырвался вперед. Ага. Я понял тебя. Ну, то есть ты эти 2 сети планируешь развивать и видишь в них как бы нормальное будущее у обоих этих проектов. Мы не называем это сетью, на самом деле. А мы стараемся... Это, конечно, тоже, может быть, скажут, что это лукавство, но нам так... приятнее. Мы это называем либо сериалом, когда герои те же, а сюжеты разные, да? Ага. Либо когда говорят, вот типа, Жан-Жак стал сетевым, вы потеряли свою вот эту вот уникальность и так далее. Это могут быть филиалы, это могут быть серии, это могут... Никто же не против, когда какого-нибудь хорошего писателя или музыканта делают тираж. Угу. Это может быть тиражом. Ага. Ну, сеть как-то не круто звучит. Опошлили уже слово сеть. Да. А Джон Дон мы сделали, на самом деле, просто под публику. Я единственный раз был в жизни на футболе. Играл Манчестер Юнайтед с Челси. 10 тысяч очень симпатичных человек. Я впервые, меня мой друг Филипп Бахтин позвал на футбол. Мы пришли в майках Манчестер на трибуну Челси. Над нами очень смешно. Просто стебались, никакой агрессии. Я увидел просто 10 тысяч платежеспособных, симпатичных людей, обожающих футбол. Но только они там. Нет, в Лужниках это было. Да, в Москве. Это прежде был матч несколько лет назад. Челси-Манчестер. Я понял. Вот, поэтому это... Ну, там английские фанаты были, но очень много русских местных. И мы через 2 месяца открыли Джон Дон. Я понял тебя. Хорошо. Я должен подумать об этом, пока идут новости. А потом мы вернемся в новости. Да, мы тут с Димой Борисовым... продолжаем наш утренний посиделок. Как всегда, забыл я телефон сказать и смс, и все, что надо, чтобы вы могли к нашей беседе подключиться. Но я сейчас скажу, что я же не профессиональный ведущий, правильно? Я же тоже ресторатор, в конце концов. Код города 495-65-10-99-6. Если вы знаете, любите проекты Димы Борисова, имеете вопросы, пожалуйста, можете пользоваться телефоном. На сайте Finam.fm, форум нашей программы, можете там оставляет сообщение, ну и смс на номер 5533, начиная с буквы «Я», дальше пробел, и все, что вы думаете, можете, пожалуйста, сказать. Ну, а мы тут пока продолжаем. Слушай, знаешь, что я вот в твоей истории, мне кажется, мне, как человеку-наблюдателю со стороны, хочется спросить тебя про разноформатность. Вот ты что-то вот... Ну, вроде было все понятно, а сейчас что-то становится всего так много. Как тебя хватает, и не боишься ты реально, что это все приведет к потере атмосферы в каждом конкретном месте, да? Где-то ты там бываешь, где-то ты уже не бываешь, там, да? В Гоголе, ты говоришь, уже не был там давно, да? Не знаю, кафе «Маяк» там тоже, там культовое место. Не знаю, было сейчас оно, как себя чувствует, я там не знаю, надеюсь, что хорошо. Вот, но действительно, вот и Гоша, да, ты тоже про это говоришь, что все вокруг строится вокруг тебя, там многое, да, ну, может, не все, конечно, да, и тусовка вокруг тебя, и люди вокруг тебя.
Вот сейчас у тебя там об НТП и детский какой-то, ты говоришь, проект, сейчас про него обязательно поговорим. А, если мне раньше говорили, что вот Дима Борисов сам живет вот на Никитском и в своем же заведении проводит и утро, и день, и вечер, и поэтому там самые лучшие люди собираются, то сейчас, я так понимаю, тебя там особо и нет, и времени у тебя на это хватать не должно. Не, у меня время на это есть, мне просто сейчас интересно дома сидеть или в гости ходить. Мне просто обрыдло эти заведения, ну сколько можно. Сейчас ты, мне кажется... Зря так. Почему? Ну, как, не знаю, там люди к тебе ходят, а ты сам так, вон как. Ну, нет, я же не просто, я не все время сижу дома, но не обязательно ходить каждый день. А, да нет, потому что мы стараемся делать проекты, запускать и находить людей, которым можно это отдавать в арт-управление, в управление и так далее. Людям, или вместе изначально с кем-то делать, кто дальше это больше ведет. Больше в это вкладывает. Вот. Кстати, бывают часто проблемы, конечно, найти людей, которые не только технически. Самая большая проблема — это найти арт людей какие-то. Ну да, у тебя... Как содержательных людей с административными еще способностями, которые не просто бы сидели бы, пивали бы, а еще бы хоть что-нибудь делали бы. А это проблема. Мы все время в поисках. Ну, так... Дело в том, что это не разные форматы. Но я, вот, например, да, там человек одевает носки, трусы, я не знаю, майку, пиджак, там, шапку, да? Кто как? Ну, к примеру, там есть какой-то набор. Люди ходят в французское бистро, в итальянский дорогой ресторан авторский. А утром в бистро, вечером они могут поужинать с женой в дорогом ресторане, отпраздновать какое-нибудь там событие, годовщину. Они могут как-то там раз там в полгода говорить, а давай пойдем это попляшем под каких-нибудь панков, а? Дунем с тобой там чуть-чуть. А вдруг могут, в любом возрасте бывает, да? Значит, нас выгнем с тобой до конца эфира. Ну, я про Берлин говорил. Я понял, да. Значит, поэтому это не разные форматные вещи. То есть мы предлагаем нормальному. Вот. Не тусовка одна, потребности одни и те же у людей. Иногда хочется в футбол сходить, посмотреть. Иногда там. Я не говорю, что мы все закрыли, все потребности там среднестатистического там москвича приличного, да, или там горожанина. Кто-то еще дополняет. Иногда хочется гастропаб. Мы идем, вот, как выяснил, к нашей подруге Кате Дроздовой. Иногда еще чего-то, мы еще куда-то идем, китайское, мы там едем в дружбу или в какой-то ресторан, да. Можно называть же название, да? Да, пожалуйста. Ну, это реклама, не реклама. Там хочется кусок мяса, мы идем к Девичьему, Зельману, в Гудман, да. Ну, это все. Просто Москва должна стать, потихонечку становится городом, который закрывает потребности нормального человека. Слушай, ну ты вот так вот каждый раз говоришь про Москву, про потребности нормального человека, жить как в Европе. Может, проще уже свалить, продать все и переехать в Европу, и у тебя все будет. И французская нормальная пекарня там рядом, да. Русский язык не перевезешь же самый. А я нахожусь в пространстве русского языка, русской литературы, русского современного языка. И переезжать не надо, просто надо идеальная ситуация, когда ты можешь жить здесь, там, ездить, не путешествовать, там, работать там, здесь. Это нормально, это одна из потребностей, я считаю, которая, к сожалению, в том числе зависит еще от там, государства, от государств. Потому что меня там тошнит этих виз и всего. Но идеальная ситуация, когда ты живешь там, где сейчас сегодня хочешь. Тебе, я так понимаю, удается, в принципе, в большинстве случаев. И ты так мотаешься достаточно много. Я в последнее время много езжу. Это туристические цели или... Нет, это... Ну, что еще такое туристические? Нет, это цели... Мне просто хочется пожить неделю в Берлине. Например. Ну, или... то есть ты там балдеешь, или ты там, не знаю, лазишь по ресторанам, записываешь, ищешь какие-нибудь интересные идеи. Я лазю по ресторанам, но ничего не записываю. Карточка фиксирует. Надо само там на подкорку откладывать все, что надо. Ну да, нет, кроме того, мы хотим попробовать открыться в Европе, что-то сделать, да. Поэтому сейчас я езжу с прицелом на это. А зачем? Встречаюсь, знакомлюсь. Вот зачем тебе это? Азартно. Интересно. Научиться, почему нет? Тогда надо там открывать тогда что-то тогда российское. Нет. Если ты сюда привозишь Европу, надо туда привезти «Жигули» или что-нибудь.
такое адское. Оно уже приехало туда, к сожалению. Почему бывает стыдно иногда, да? Оно уже было там. Да почему российское? Надо открыть что-то адекватное. А что придумается? Мы посмотрим, что мы будем делать. Но мы хотим в Берлине, мы очень хотим Тель-Авив, мне очень нравится город, очень странный, неожиданный, маленький, но мегаполис абсолютно, да, маленький город, живущий по закону мегаполиса. Тот же Лондон, может быть, еще что-то там, ну, Прибалтика. А что тебя вообще двигает вперед, скажи мне? Вот, ну, достаточно у тебя уже там проектов, и, наверное, там финансовая сторона вопроса тебя уже не так, мне кажется, влечет. Чего тянет вперед-то? Чего бы уже просто не отдыхать по жизни? Это же геморрой, реально. Я отдыхаю. Ну, геморрой, реально. А ты считаешь, поехать в Берлин и с немецкими друзьями ходить по Берлину и иногда еще помещения смотреть немецкие в разных домах или в лондонские? Это что, не отдых? Нет, вот это вот. Это что, работа? Ну, как только ты зашел там деньги, вложил туда что-то, началась какая-то тема. Ну, это приятно, интересно. Это превращается в какой-то процесс, какая-то ответственность какую-то там, да, там за те же деньги перед людьми, которые там с тобой. Ну, мы умеем, у нас есть компания же управляющая, которая, ну, мы умеем нести ответственность за деньги. Нет, я не считаю, что это очень редко приходится вкалывать. Как раз я считаю, что я вообще противник самой концепции круглосуточного вкалывания, работы и так далее. А как можно за 10 лет настроить столько заведений, столько проектов, не вкалывая? Не знаю, делегировать какие-то вещи. Значит, другой вкалывает. Я же не один открыл, у меня партнеры, у меня семья, которая что-то делает. Есть люди, которые работают. Ну, просто делегируешь сотрудникам. Если ты нашел правильных сотрудников, ты и можешь им делегировать, ты успеваешь в 100 раз больше. Ну, это само собой. Ну, ты вот, приходя, не знаю, просто в один из Жан-Жаков, например, приезжая в Питер. Ты видишь то заведение, которое ты себе представлял, открывая Жан-Жак когда-то? Или это уже там третья заварка, и как ни крути, все равно это уже... И может быть, ты там уже там, да, подышал, выдохнул, и не хочешь тратить время, там, энергию, и уже бог с ним, да, там, качает, и ладно. Но ты бы сделал по-другому, и ты бы уже... Не, ну, может быть, я бы сделал бы что-то... Там, и да, по-другому, ну, готовил бы еду там или что-то еще... Нет, конечно, бывает, когда что-то очень мне нравится, и в Москве, не только в Питере. Там. Вдруг что-то там сотрудники куда-нибудь заносят. А мы научились, с трудом научились не бежать самим там, в этот момент на кухне убивать, да? А некоторые выстроят систему, когда мы звоним. Когда ты звонишь и говоришь, иди убей его. Да, по какой цепочке ты говоришь, что происходит не так, а это как это решается. Ну, если это не совсем какой-то экстремальный случай, да, там, когда какое-то хамство, да, тут уже не... Ну, просто... Конечно, вмешиваешься. О чем вопрос-то я не понял? Ну, я имею в виду, что ты, когда идешь вперед, там, да, но заведение... Почему вперед? Ну, я так не называю это. Я иду вперед. Я вот здесь и сейчас, сегодня мы с партнерами, нам хочется открыть в Берлине заведение. Может, это назад. Это покажет время. Если мы прогорим, например, это будет жесткий назад. А если заработаем... Слушай, а прогорали твои проекты? Были у тебя проекты неуспешные? Неуспешный был один проект. Мы на окраине, да, открыли очень красивое, очень клевое место, я считаю, с очень хорошей архитектурой, дизайном, продуманное. И это был спальный район Севастополя. Ну, не спальный, но такой далекий, да. А так мы до этого только в центре работали. Офис, внизу которого мы открывались, не заехал. И мы не смогли собрать район. И просто пришлось продать. Ну, как попытаться там вернуть хоть что-то. Да. А что это было за проект? Там было три места: итальянское, японское и пивная немецкая. Братья Ман называлась концепция. Делал дизайн Шапиро и Ликин, которые Стрелку построили. Ну и много сейчас чего в Москве. В общем, все было очень симпатично, кроме расположения. Мы не поняли, что это два города разных. К сожалению, там мы не смогли. А где это было? Это, я не помню точно адрес. Это был... Ну, район хотя бы. Там, конец Севастопольского проспекта. Вот. Больше ты за пределы Садового не выезжаешь? Или уж Третьего кольца точно? Ну... Пока нет, кроме Шардама, кроме детского проекта.
Ага, вот про него хотелось бы особенно поговорить, но это мы сейчас вот последнюю часть нашей программы. Скажи мне, вот как реально вот ты говоришь про изменение Москвы, кроме тебя вообще, вот что происходит? Ты начал достаточно давно уже, да, сколько, 98-й год, если брать там все-таки, да, то уже там 14 лет. Точнее, 14, да? Ну да, получается. Да, что-то такое. Ну вот, как было тогда, как сейчас? Вот что поменялось в Москве, в ресторанном бизнесе, в ресторанном рынке? Ну, конкуренция появилась, слава богу. Появилось все-таки выбор, да? Появилось много недорогих мест. Появились люди, вот, типа Friend Forever, да? Вот компания, которая делает... Я почти не посетитель, кроме их американского бара около моего дома. Говорит, да. Да, и летом там есть один столик и два стула. Единственное, одно летнее посадочное место. Если мне везет, и нет. Если мне везет, ну да, я его занимаю и там выпиваю пиво. У них очень клевый завтрак со стейком. И вообще они делают, да, они делают, ну, может быть, не европейский, более американизированный формат, но все равно то, что очень не хватает в Москве. Там, я не люблю, например, там, I love cake, я не ем там. И я курю, да, я вообще в некурящий, мне тяжело ходить. Но это то, что, я надеюсь, будет называться вот московскими заведениями, да, там. То есть это... Когда Жан-Жак, вот я говорю, условно Жан-Жак, будет в каждом доме, не наш Жан-Жак, а вот такой кафешка, ну, где понятно, ты за нормальные, ну, какие-то ежедневные деньги можешь что-то себе сделать, нулевая услуга, мы это всегда называли, вот изменилось, появились клевые, нормальные, с нормальной ментальностью, с нормальным вкусом люди, которые стали открывать кайфовые места. Тот же там Рагу, да, тоже вот я... То, что я говорил, когда про пистолет, да, я услышал название. Да. Я позвонил прям сотрудникам, говорю, посмотрите, что это такое, потому что какие-то вот нормальные люди появились. Ну, слава богу, спасибо, что вы тоже нормальный. Сейчас, доброе утро, Дмитрий Борисов, совладелец проектов «Джон-Джон», «Жан-Жак» и других у меня сегодня в гостях. Раньше за этим вам приходилось ехать в Париж, а теперь это доступно и в Москве. Противопоказания невозможны. Дим, ну вот мы там закончили, да, на твоем таком благом заявлении, что когда Жан-Жак будет в каждом доме... Не Жан-Жак, типа французское бистро, недорогое место. Да. Ну, нам бы хотя бы там окучить центральную часть, там, да, потому что про каждый дом-то говорить тяжело. Ну, а ты вообще веришь в реальность этой ситуации? Ведь реально же, действительно, ты правильно говоришь, архитектура города, ну, нету этих помещений на первых этажах, там, в таком количестве, в котором они нужны. Да, я уже не говорю про районы удаленные от центра, в центре это еще куда ни шло. Да, ну не строили когда-то это, не знаю. Вот ты действительно идешь, когда в той же Европе бываешь, ведь там все первые этажи отданы, да, там, ну вот там даже не предусмотрено ничего, чтобы там было что-то, кроме булочных, там, газетных ларьков, маленьких магазинчиков. У нас же такого нет. Куда же напихать? И поэтому арендные ставки, мне кажется, такие конские, что мало очень таких локаций. Да, но... Нет, я думаю... Ну, во-первых, арендные ставки, я думаю, потому что большую часть недвижимости... стырило чиновники через подставных лиц и держат и завышают ставки. Значит, первые этажи нужно выкупать квартиры, потому что я вообще считаю, что должна выкупать мэрия эти квартиры и дальше некоррупционным путем отдавать их. А на окраинах, как делают в Берлине, берут жуткий район, отдают художникам, рестораторам бесплатно года на три. И этот район становится живым, там растет недвижимость, появляется какая-то социальная жизнь и так далее. Москва, значит, если это не произойдет, значит, Москва не станет нормальным городом. Вы говорите, что изменилось? В 98-м году у нас были бешеные надежды, что Москва пойдет все-таки в сторону Берлина, да? Там гастроли появились, опять в нулевых, там, кризис чуть закончился, да? Там, места, в общем, мы надеялись. Так как наши представления о нормальном городе шли в абсолютном разрезе с представлением о нормальности с владельцами города, да, там, командой, понятно. То этого не получилось. Мы получили чудовищное преступление со сносом здания. И вообще идиотизмом, да. И так далее, и так далее. Ну вот, там, ты открываешь бары, да, я могу приехать в бар. Но вообще я люблю не в бары ходить, я люблю шляться по барам. Москва — город, где ты не можешь шляться. Город, где ты не можешь шляться, он... Тогда не будет города, значит. Это произойдет потихонечку под давлением рынка и благодаря каким-то усилиям, там, мэрии и бизнеса. Произойдет что?
произойдет вот в каждом доме что-то будет. То есть ты веришь все-таки в то, что... Я думаю, что это не может не произойти. Ага. Потому что мы тоже тут недавно разговаривали, если мы сейчас уже от ресторана перешли к Москве в целом. Вот стало ли в Москве жить лучше за последние 15 лет? Стало. Нет, ну, в каком 15 смысле, лет да, нет, да. Не стало. Ну вот что кардинально действительно меняется? Ну да, где-то что-то там, ну плитку положили там, да, там многострадальную. Да, я вот считаю, что не плитку там... положили, это важно. Важно. Не, я на самом деле не против. Мне просто кажется, что это действительно мало. И то, что там, убрали рекламные щиты из центра города. Есть, безусловно, подвижки. Нет, то, что говорит, что при Собянине не произошло улучшение, они есть, они налицо. Например, ты знаешь, что не надо теперь будет летнюю площадку каждый год согласовывать. Да, она я уже 5 лет. Это отработал, да. Это, ну, гениально, потому что ну, это идиотизм каждый год там согласовывать это. Сейчас если бы еще вмененные налоги бы сделали бы для небольших заведений, было бы тоже нормально. Ну, про парк Горького все уже миллион раз и про другие парки, да, отговорились про то, что делает Сергей Капков. Что-то улучшается, но, к сожалению, так глубоко было и так сильно была история уничтожения, что и невозможность людей, типа там, ну, нас, да, с таким сопротивлением приходилось всегда работать, что действительно живого в Москве очень мало. Ну, открылся музей Свиблова там недавно, да, вот фото, он живет, он очень крутой, там постоянно очень качественные выставки, абсолютно европейская история. В Манеже появился нормально директор Марина Лошак, который, я уверен, сейчас выстроит отличную выставочную историю, не будет этих мехов и меда идиотского. Это, конечно, в плюс, но это как пока это как ну, это, капля, конечно, в море. Капля в море. Но плюс цены безумные абсолютно, ненормальные, безумные, неадекватные, не отвечающие ничему. Это связано... Понятно с чем-то. Тут нужна, мне кажется, какая-то более глубокая перезагрузка понимания того, как развивается город. Все-таки очень хорошие такие, да, там вот такие меры косметические, на мой взгляд. Они очень красивые, но все-таки косметика. Это все-таки не... Ну, да, конечно. Можно только даже поколение смениться там. Только да? Упрощение частного небольшого бизнеса принципиально исправит Москву. Да. Ну, это понятно, согласен. Да. Не только Москву. Не только Москву, любой город, конечно. Слушай-ка, ну вот Илья спрашивает, Дмитрий, судя по разговору, радуетесь за открытие новых, ратуете, да, за открытие новых хороших проектов в Москве. А не боитесь, что когда они появятся в каждом доме, они заберут и вашу аудиторию, и, естественно, ваши деньги? Нет. Чем больше заведений... тем больше они приносят, собственно говоря, денег. Больше людей привыкает ходить, для них становится это нормальным, обыденным. Зайти поужинать, пообедать, позавтракать в заведение. В предисловии к любому учебнику про ресторанный бизнес написано, открывайте не там, где нету, а там, где много ресторанов. Uh-huh. Чем их больше, тем... это просто... основа, да, то гораздо сложнее путь искать какое-то уникальное место, где ничего нету, и поэтому мы сейчас восполним дефицит, да. Поэтому, я даже не думал об этом. Ну, заберут, зато город нормально будет. Понятно. Слушай, не так много остается времени. Как тебя понесло в детский-то проект? Вот что это вообще за история, во-первых, и почему, да, вот Дмитрий Борисов вдруг занялся каким-то детской тематикой? У меня с моим партнером Димой Импольским, дочке 6 и 7 лет было тогда, сейчас 7 и 8, мы год назад открыли заведение «Шардам». Это название пьесы Хармса, цирк «Шардам», в ЦДХ первый был, сейчас второй есть в Нескучном саду. Это пока мы вот только научились хоть чему-то. Это такой арт-центр с кафе для детей по... За основу мы брали, за прототип, такие норвежские места, скандинавские, да. Потому что в Москве очень не хватает, опять же, нам не хватало. Я сказал, что огромное количество людей не хватает детских кафе, детских центров в той стилистике, в которой мы считаем не пошлой. И такой, а что это такое? Ну, это не розовые утеньки-пусеньки, да. А что это? Это некоторые... Ну, не знаю, современное, модное, дизайн хороший. Люди, которым мы доверяем преподавать, да, там, рисовать, вкус у которых мы... Это набор тот же самый, да, там разные кружки, лекции, театр, все то же самое, книги, книги, которые отбирают люди, которым мы доверяем, к
кружки, которым люди там, мастер-класс, люди, которым мы доверяем и так далее. А приведи какой-нибудь пример, вот, что для людей понять разницу, да? У меня тоже там старшему сыну 7 лет, там младшему 5, и время от времени мы попадаем в какие-нибудь детские центры. Вот. Ну, я ругать не хочу других. Просто. Не надо ругать других, но что есть у них, а нет у тебя, что есть у тебя, что нет у них. По функционалу. Какие книжки у них там есть, а ты их в жизни себе не поставишь? Курочка ряба у тебя есть там? Ну, не знаю, это я там утрирую. Ну, какие-то или что там? Да, я имею в виду, в первую очередь, даже не сами тексты, а полиграфии, как это издано. Угу. Потому что вот эти вот какие-нибудь там принцессы, что-нибудь такое, да, вот, ну, пошлость такая. Мы, конечно, не ставим. Мы выбираем издательства, такие как там «Розовый жираф», «Самокат» и так далее, которые издают... как правило, очень хорошее, качественное оформление и качественные тексты. Uh-huh. Это отношение к детям, это такая свобода и на равных отношения с детьми и так далее. Не то, что мы же не педагоги, да, мы просто хотели, чтобы им приятно было детям. Им там вроде приятно, судя по тому, сколько их доходит. Вот. А в «Нескучном саду» у нас не про арты, не про книги, а наоборот про приключения. Там они бегают, носятся прямо в лесу таком, да. И огромная проблема. История. А? Это летняя. Нет, на круглый год тоже. Ага. Огромная. Ну, вот, например, вот в следующем году в «Нескучном саду» можно будет прийти, взять палатку и переночевать с сыном. Да ты че? Прямо в лесу. Круто. Потому что, чтобы на одну ночь съездить с ребенком, нам с тобой, ну, это куда-то ехать. Это опасно. Из соседней деревни придут ребята курнуть, попросят, ну, или выпить, добавить, да. Ну, то есть, какое-то это целое дело. А тут ты и в лесу, и в центре города. Пошел с маленьким ребенком. Вот у меня дочка в 7 лет умоляет меня переночевать палатку. Я точно пойду. Какие-то вещи, которые, я говорю, вот мне не хватает. Мы придумываем, мы делаем. Оказывается, что это же дети, это вообще для всех. Огромная проблема с едой. Вот мы очень долго ищем повара, не повара даже, а, я не знаю, человека-идеолога, шеф-повара, да, который бы вместе с нами сейчас бы сел бы и вообще продумал, что такое детская еда, как это выглядит. Пока мы придумали сами там одну страшно популярную вещь, это называется эскимо. Это котлета на палочке жарится. Uh-huh. Котлета там, может быть, говяжья, куриная и так далее, она на палочке. То есть без тарелки, без всего, дети их просто уплетают. Но вообще нужно заниматься детской едой. У нас нет ни традиции, ничего. Более-менее, сейчас рестораны появились. Окей, со взрослыми разобрались. Вся страна знает, что такое Цезарь. Да что, 10 лет назад никто не знал. Конечно. По-моему, сейчас есть уже время хотя бы начать думать про то, что такое детская еда, и там, пытаться что-то в эту сторону. Очень интересно. Вот мы ищем, не знаю, европейцев тоже, может, иностранцев, русских. Ну, так для тебя все-таки, я опять-таки, поскольку мы на финаме, как мы уже выяснили, но это бизнес-проект или там бизнес-составляющая вообще никакая? Или все-таки он там... Да? На данном этапе она никак, экономики нету. Но мы понимаем, что это долгоиграющий проект. И если получится создать детский бренд на уровне даже там городов-миллионников, да, не страны, на уровне даже пока Москвы и Питера, то под этим брендом, конечно, можно будет выпускать разные услуги и товары, которые должны принести деньги. Но просчитанного по каждому направлению бизнес-плана нету. Некому заказать, нету профессионалов в этом деле. Что значит некому заказать? Что ты имеешь в виду? Ну, некому заказать этот бизнес-план. Нету консалтинга такого в Москве. Никто этого не делал практически. Или делали дешевую, плохую китайскую детскую еду, одежду, да, например. А никто не делал клевую с финскими дизайнерами, там, очень клевым детским. Поэтому просто опыта нету. Мы так в самом начале, мы интуитивно что-то щупаем, смотрим. Ну что ж, хорошо, Дим, спасибо тебе большое, время наше уже неумолимо тает. Спасибо, что посетил нас сегодня. Да, в гостях был Дмитрий Борисов, совладелец проектов Джон Дон, Джан Жак, Бантепи, бывший проект Таги, известный клуб Гоголь, бла-бла-бла, все то, что даже Дима сам не быстро может вспомнить. Удачи тебе, давай, счастливо. Тебе удачи, спасибо, что пришел. Всем пока.